Здравствуйте, дорогие мои третьеклассники. Сегодня я буду проводить у вас урок ОБЖ. Но это вообще все уроки ОБЖ буду проводить я. Ребят, меня видно, да? Угу. Так. Экран. Так, опять. Ребят, в этой четверти и в этом учебном году это первый урок, поэтому хочу вас поздравить. Основы безопасности жизнедеятельности человека – это очень важный урок. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте. Будем встречаться, да, один раз в неделю на уроке ОБЖ и потом по остальным урокам тоже. Ребят, пожалуйста, приготовьте, если у кого-то есть общая тетрадь, 24 листа. Приготовьте ее, подпишите, что это будет тетрадь по ОБЖ. Если у кого-то нет, можете взять тоненькую тетрадь в клетку. Все тетради должны быть в клетку, потому что мы будем тоже кое-что записывать, основную информацию, какой-то конспект вести. Да, можно тоненькую, Асия. 24 листа тетрадь. Я хочу, чтобы ее хватило на весь учебный год, ну и, может быть, даже и в четвертом классе она пригодится. Так, все, да, ребят, начали? Тема сегодняшнего урока – это вводный урок. То есть мы с вами начинаем изучение основ жизнедеятельности человека, безопасности их и человека. И остановимся на опасных ситуациях на дорогах. Можно. Если нету тоника, можно толстую. Можно. Ребят, кто открыл тетради, записываем сегодняшнее число. 7 сентября. Классная работа. И тема урока – опасные ситуации на дорогах. Угу. Да-да, в клетку. Всего, ребят, молодцы. Значит, цель нашего урока – я должна информировать вас о правилах для пешехода, знакомить с дорожными знаками, сигналами светофора и регулировщика, учить находить предполагаемую опасность на улице и на дороге, повторить правила для пешеходов, знакомиться с правилами для велосипедиста. Вот на всех последующих уроках мы будем с вами продолжать изучать именно вот эту тему, правила дорожного движения для пешехода, для велосипедистов, тротуары, где нужно проходить людям. Угу. Это у нас повторение будет. И закрепление дальше. Даже если вы проходили. Ребят, пожалуйста, запишите домашнее задание. Рабочая тетрадь должны выполнить в рабочей тетради на странице 3, 4 и 5. Это домашнее задание выполнить сегодня и отправить учителю на проверку. Не будем откладывать до следующей недели. Все домашние задания выполнять в тот день, когда проходят уроки. Пожалуйста. Я потом попозже вашим учителям отправлю. Значит, рабочая тетрадь, страница 3 и 5. 3, 4, 5. Так. Детям знать положено. Значит, у нас, получается, сегодня будет разговор идти о дорожных знаках, о правилах поведения на дорогах. Тема очень интересная, поэтому приготовьтесь, сядьте поудобнее, и мы начинаем. Если красный свет горит, это значит, путь закрыт. Желтый – подожди чуть-чуть, будь готов, продолжи путь. А зеленый свет горит, это значит, путь открыт. Вы все прекрасно знаете наш светофор. Вы потом, ребят, можете дописать, я вам потом слайды, презентацию отправлю в группу.
И вы еще раз просмотрите и запишите. А сейчас, пожалуйста, внимательно послушайте. Будьте осторожны на дорогах. Опасные ситуации на дорогах и тротуарах. То есть это может быть связано обязательно с человеком, да? Транспорт и человек. Значит, на картинке посмотрим, правильно ли дети переходят дорогу. Почему? Да, молодцы, правильно, ребята. Потому что пешеходный переход именно для перехода людей в этом месте. Молодцы, молодцы, ребят. Правила дорожного движения. Значит, внимательно, мы еще повторим, поэтому у нас вводный урок, это чуть-чуть повторение. Светофор зажегся красным и пошел поток машин. Значит, станет путь опасным, на дорогу не спеши. На машины, на дорогу повнимательней смотри и постой еще немного, будет желтый впереди. Ну а после загорится, как трава, зеленый свет. Нужно снова убедиться, что машины рядом нет. Если же под перекрестком есть подземный переход, по нему через дорогу ходит каждый пешеход. Это самое безопасное место, да? Подземный переход, где можно переходить дорогу. Шоссе не место для игры, для игр площадки и дворы. Всем знакомые полоски знают дети, знает взрослый. На ту сторону ведет пешеходный переход. Чтобы дорогу видеть слева и машины пропустить, и троллейбус, и автобус, надо сзади обходить. Вы тоже должны знать, да? Если машина стоит, или автобус, или троллейбус, и вы хотите перейти через дорогу, нужно обойти сзади стоящего транспорта. Спереди трамвай обходят пешеходы, зная, что опасность им грозит от встречного трамвая. То есть впереди проходить нельзя. Внимательно, ребят, посмотрите. Регулировщик. Кто такой регулировщик? Это сотрудник ГАИ или живой светофор его называют. Он, его очень редко можно встретить на дороге, но когда он на дороге, нужно выполнять все его указания, как и на светофоре. Да, правильно, молодцы, отвечаете. Значит, для обеспечения безопасности на дороге используются регулировщики. Вот они поэтому и стоят у нас на дорогах и контролируют ход машин или контролируют переход людей, чтобы в правильном месте переходили через дорогу. Еще дорогу ограждает у нас специальное ограждение, да, которое защищает транспорт. Идет у нас противоположные стороны. Ребят, звук, пожалуйста, выключите. Дальше. Правила безопасного поведения на дорогах. Переходите дорогу в установленном месте, а не по кратчайшему пути. Пользуйтесь для этого пешеходным переходом. То есть специальный пешеходный переход данный установлен для людей и для детей, вообще для всех, чтобы именно на этом месте проходить. Будьте внимательны и осторожны на улице и на дороге. Соблюдайте правила дорожного движения. Значит, вот такие знаки, да, у нас есть вот такой знак красный. Это стоп. То есть он должен был подождать. Есть еще вот такие общие правила безопасности при езде на велосипеде. Я знаю, что вам очень нравится кататься, ездить на велосипеде, но езда на велосипеде тоже предусмотрена в определенном месте. То есть по краю дороги или по центру дороги ездить на велосипеде нельзя.
Велосипедисту необходимо знать правила дорожного движения на велосипеде. То есть вы тоже являетесь как и на дороге ответственным. Так. Здесь дети на светофоре переходят через дорогу. Вы знаете, да? Когда загорается зеленый человечек на светофоре, путь открыт. То есть можно переходить через дорогу. Ребят, смотрите. Если рядом находится дорога, то вот на этой картинке нарисовано, что рядом с дорогой кататься нельзя. Вот сейчас зимний период, и на санках девочка, да, спускается с горы, скатывается, да, это очень опасно, то есть она может попасть под трамвай. Я думаю, что вы вот эти вот все особенности знаете и еще раз запомните, что рядом с дорогой кататься нельзя, запрещено. Можно попасть под трамвай или под машину. Так, теперь первое задание, да? Внимательно посмотри на картинку. Расскажи, какие опасности могут быть при плохой погоде, когда скользко, мокро, туман, идет дождь или снег. Как следует вести себя на проезжей части дороги при плохой погоде? Какие предметы могут мешать обзору? Ребят, значит, я вам объясню, что в момент, когда идет дождь, например, или моросящий дождь при плохой погоде в любой, то есть асфальт, дорога становится в первую очередь скользким. Потом смотрите, когда человек закрывается от дождя под зонтом, возможно, не видно будет, да, в какую сторону едет машина или движение. И самое главное, ребят, на пешеходе нельзя бежать. Даже если у нас есть время, торопиться не надо. Или если времени мало, то бежать нельзя. Это очень опасно. Водитель может поехать, допустим, и случится какое-то происшествие. Так, ребят, по этой картинке смотрите. Специальное ограждение, да, от дороги. Есть знак, что есть подземный переход, что детям или любым взрослым людям можно спуститься и перейти через дорогу по подземному переходу. Но у нас здесь на картинке изображено, что мальчик и девочка что делают? Перелезают через ограждение, где запрещено, и пытаются выбежать на дорогу. Значит, этот знак говорит о том, что есть подземный переход, можно перейти через подземный переход. Дети в этом случае поступают неправильно. Еще раз посмотрите внимательно на рисунки. На каком рисунке дети переходят дорогу правильно? На втором, да, рисунке, смотрите. На втором рисунке мальчик с девочкой взяли за руки и переходят через дорогу по подземному переходу. Это подземный переход, ребят, там не надо ничего ждать, можно переходить. Так, девочка у нас повторилась. Ребят, еще существуют опасные участки на дороге. Например, рядом с высотным домом, например, около подъезда, бывает тоже проезжают машины. Поэтому внимательно, нельзя выбегать резко, да, из подъезда и бежать через дорогу. Потому что может в это время ехать какой-то транспорт, и вы тоже можете попасть в не очень хорошую ситуацию. Поэтому, когда вы выходите из дома, из подъезда, остановитесь, внимательно посмотрите на проезжую часть, на дорогу, а потом только начинайте переходить и бежать в свой двор, играть с друзьями. В этом случае, смотрите, возле подъездов не предусмотрены ни светофоры, ни перекрестки. Вы просто сами должны внимательно посмотреть, и опасность минует. То есть вам опасность не грозит. Так, ребят, смотрите, на этой картинке опасная ли ситуация? Дети на роликах,
катаются по дороге. Это очень опасная ситуация, да, правильно. То есть на роликах специально катаются по тротуару, да, дети. Специальное место, как и для велосипедистов, чтобы не мешать транспорту, это очень опасно. Причиной опасных ситуаций на дорогах могут стать стоящее транспортное средство и внезапно выезжающая из-за него машина. Представили, да, себе, если стоит, допустим, автобус, и из-за него выезжает машина. Мешающие обзору проезжей части предметы или сооружения, например, кусты, деревья и так далее. И машина, выезжающая из-за них. То есть, смотрите, бывает иногда из-за дерева, например, большого, не видно, что едет или выезжает какая-то машина. Движущийся транспорт и обгоняющий его автомобиль. Это тоже опасная ситуация на дорогах, когда начинают водители у нас вот так вот ездить. Опасные ситуации на дорогах. Вот тоже, смотрите, мальчики, скорее всего, это школьники, да, потому что они держат под мышками у себя книги, учебники, и как раз-таки бегут по дороге. Раз куда-то мы спешим и рванули напрямик, все машины тормозили, мы шарахались от них. Из-под колес мы еле-еле живыми выскочить успели. А постовой нам крикнул строго: «Не выбегайте на дорогу». Еще вот такая опасная ситуация на дорогах, когда можно идти или читать, или, допустим, смотреть сотовый телефон или разговаривать. Это тоже очень опасно. Может, если это будет на светофоре, не увидеть, что загорелся уже красный свет, да, переход уже запрещается. И как здесь вот на рисунке нарисовано, мальчик зачитался интересной книгой и даже не видел, да, что уже машина готова ехать. Светофор горит уже красный, что здесь уже проходить через переход нельзя. Ребят, вот этот вот знак что обозначает? Что рядом находится какое-то учебное заведение, да? А это обозначает, что пешеходу можно проходить. Правило второе. Перед переходом обязательно остановитесь, прежде чем вступить на проезжую часть. И внимательно осмотрите дорогу. Стоять нужно у края тротуара, немного отступив от бордюра, так, чтобы видеть приближение машин. То есть не надо близко к дороге подходить, а на расстоянии, если тем более дорога открыта, нужно посмотреть. Правило третье. Осмотритесь и прислушайтесь. Машина может выехать неожиданно, но если быть внимательным, держать ушки на макушке, можно услышать приближение машины еще до того, как она станет видна. Так, ребят, смотрите. В зимний период или, допустим, при плохой погоде тоже очень опасно гулять или кататься на дорогах. Можно вот так внезапно подскользнуться, и на проезжей части, если будет транспорт, как сейчас нарисовано, то вы можете тоже попасть в опасную ситуацию. Скользкий лед или вода может, видите, не удержать вас, и вы можете упасть, подскользнуться. Вот здесь вот мальчики, да, школьники тоже по проезжей части, по дороге гуляют, прыгают. Это очень опасно. Но это, оказывается, недостаточно. Нужно ежедневно, то есть ежедневно на дорогах гибнут десятки детей. Поэтому во всех школьных заведениях, на всех уроках мы стараемся вас предупредить и остановить, чтобы вы знали все правила, как действовать, как нужно ходить
по дорогам, как находиться на дороге, как переходить дорогу. Так, ребят, вот такой рисунок. Рядом с дорогой играть в мяч нельзя. То есть, смотрите, мяч может покатиться на дорогу. Дети, увлеченные мячом, побежали на дорогу. И тоже там получается транспорт. Это очень опасная ситуация. То есть, вблизи дороги играть нельзя. Обычно играют на специальных детских площадках, да? Чтобы мячи вот так вот не убегали на дорогу. И существует вот такая безопасная дорога. Пешеходный переход от беды убережет. Все дороги на пути, по нему переходи. Вот он у нас, пешеходный переход, синий знак, в середине треугольник. Вы его уже знаете, видели тоже. Запомните еще раз. Первым делом нужно нам посмотреть по сторонам. Слева, справа, путь свободен, значит, смелее переходим. Это вам учителя на уроках ОБЖ тоже говорили. Не перебегай дорогу, лучше подожди немного и машину пропусти, лишь потом переходи. То есть не торопитесь, если даже бывает, что светофора нет, но пешеходный переход стоит. Нужно дождаться, когда проедет машина, которая спешит, а потом уже перейти спокойно. И самое безопасное место для перехода – это подземный переход. Если транспорт тут и там, перейти так сложно нам, пусть на помощь здесь придет нам подземный переход. Вот зеленый свет зовет смело двигаться вперед. Нынче главный пешеход, а потом машин черед. То есть зеленый человечек зажегся у нас на светофоре, и дорога для людей открыта, можно переходить. Вот зажегся красный свет, говорит, дороги нет, не бегите, не спешите, свет зеленый, подождите. Никогда не забывай, на дороге не играй. Здесь опасно зазеваться, здесь не место баловаться. То есть, смотрите, на дорогах баловаться нельзя. Если тротуара нет, будь внимательнее вдвойне. По обочине иди, во все стороны гляди. Вот такие дорожные знаки, ребят. Пожалуйста, запомните. Значит, у нас предупреждающие знаки, запрещающие. Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер соответствующих обстановке. То есть вот посмотрите, светофор или регулирование и переход. Запрещающие знаки, смотрите, вводят или отменяют определенные ограничения движения. Они в красном кругу, значит, движение мотоциклов запрещено, движение на велосипеде запрещено, движение или переход людей в этом месте тоже запрещено. Есть еще надземный переход, это по верху есть у нас тоже переход, не подземный, а надземный, то есть по верху дороги переходите. Значит, смотрите, на первой картинке у девочки упал хлеб на дорогу. Ни в коем случае, ребят, нельзя останавливаться. Желательно, конечно, быстренько поднять то, что у вас упало, и успеть перейти через дорогу. Но в данной ситуации здесь, смотрите, светофора нет, и девочка пытается поднять хлеб, но это очень опасная ситуация. Задерживаться на проезжей части дороги, даже если вы что-то уронили, нельзя. Преодолевать проезжую часть бегом, поскольку во время бега взгляд направлен вперед
И человек не может контролировать обстановку вокруг. Вот эту картинку я вам показывала, да? Что если они бегут, то они смотрят вперед, а по сторонам невозможно смотреть. Так, ребят, небольшая физкульт-минутка. Встаньте, пожалуйста. Мы устали, засиделись, нам размяться захотелось. Отложили мы тетрадки, приступили мы к зарядке. То на стену посмотрели, глазками, ребят, поиграли. То в окошко поглядели, вправо, влево, поворот, а потом наоборот. Приседания начинаем, ноги до конца сгибаем. Вверх и вниз, вверх и вниз. Приседать не торопись. И в последний раз присели, а теперь на место сели. Так, эта картинка у нас уже была, да? Дети переходят пешеходный переход правильно на зеленый светофор. Зеленый человечек горит.